Сегодня мы команда отправимся с ночевкой в лес, где попытаемся установить связь с древнеславянским духом Аугой. Аука! Лис. Лис, нет. Нет, всего лишь сон. Ух, ну я что-то замотался сегодня. О, а что это у нас тут открыто? Здорово, Димон! Привет, как дела? Нормально. Дим, на тебе лица нет. Все в порядке? Я же сказал, со мной все нормально. Чувак, ты бухал, что ли? По этому делу ты у нас спец. Просто плохо спал. Оу, может, у кого-то была бурная ночка? Оу май! Ага, типа того. Может, поделишься? Да нечем тут делиться. Вы опросили людей? Да, и никто ничего не видел. Несколько людей просто впало в зимнюю спячку. Ну, смешно все это. Весь интернет кипит этими новостями. Посмотри, что нашел. В городе по-прежнему царит неизвестная болезнь. Симптомы у всех одинаковы. Вначале легкий озноб, затем температура тела больного постепенно падает, пока он не впадает в кому. Что это за новая страшная напасть? Эпидемия нового вида гриппа или страшное биологическое оружие? Врачи и власти пока никак не могут откомментировать происходящее, но рекомендуют поддерживать иммунитет в норме и при первых признаках недомогания обращаться в скорую. Мы будем следить за ситуацией и оперативно оповещать население о происходящем. Наша пресса никакого толка. Мы должны сами разобраться в этой ситуации. Ну что ты сейчас от меня-то хочешь? Мы уже пробовали опросить очевидцев. Результатов ноль. Значит, нужно еще раз попробовать. Пожалуй, пойду прогуляюсь. Дим, что ты завелся-то так? Забей. Тебе снилось? Что ты эту ночь? Дай-ка подумать. Да, знаешь, очень странный сон. Расскажи. Ну, я круто отжег с Алисой. Я серьезно. Да ничего значимого мне не снилось. А что такое-то? Да так, ничего. Надо тоже прогуляться. Мозги проверить. До скорой встречи.
Это все он! Господи, женщина, вы меня напугали. Он уже здесь! Кто? Кто здесь? Вы о ком говорите? Он заберет и тебя. Вы вообще своем уме? Вот ты где! Пойдем! Не приставай к новому человеку. Простите, ради бога, она немного не в себе. Я домой иду. Ничего страшного, я в порядке. Простите еще раз. Идем, Тамара. Да-да, войдите. Здрасте, я звонил вам. Здравствуйте, Дмитрий, если я не ошибаюсь. Да-да. Присаживайтесь. Ну, рассказывайте, что вас тревожит? Мне на протяжении недели снится один и тот же сон. Кошмар, я бы сказал. И что вы видите? Женщину. Ну, или даже какую-то демоническую сущность. Знаю, звучит нелепо. В общем, она каждый раз пытается меня убить. Убить, значит. Очень интересно. Скажите, а кем вы работаете? Я видеоблогер. Мы с командой ведем своего рода расследования разных мифических происшествий. И как? Успешно? Ну, большинство наших историй притянуто за уши. Сами понимаете, на наш век сложно обнаружить что-то по-настоящему таинственное. И над чем сейчас работаете, если не секрет? Вы слышали о новой странной болезни? Люди без причины впадают в кому. Ну, вот пытаемся разобраться в происходящем. Понятно. На самом деле, только не берите, пожалуйста, на свой счет, в последнее время ко мне приходит очень много странных пациентов. Хотите, расскажу об одном из последних случаев? Может, это как-то пригодится для вашей работы? Ну, давайте. Недавно ко мне приходила очень странная пациентка. Все твердила про конец света и все такое. Представляете? Кажется, ее зовут Тамара. А что она еще раз сказала вам, доктор? В основном-то все. Ну, у нее начальная стадия шизофрении. Знаете, в ее возрасте это далеко не редкость. А что насчет меня? У меня тоже шизофрения? Нет. У вас все куда проще. На фоне вашей работы и усталости у вас сформировался перцептуальный бред. Или, как говорят в народе, мания преследования.
Это очень легко лечится медикаментами. Вот, держите. Пропейте недельный курс и приходите ко мне на повторный прием. Я настоятельно рекомендую вам отказаться от ваших расследований. Возьмите небольшой отпуск, съездите на природу, погуляйте. И самое главное, старайтесь не нервничать. Спасибо вам, доктор. Будьте здоровы. У вас очень холодная рука, доктор. Вы в порядке? О, не переживайте, это у меня с детства. Артериальная гипотензия мучает, а тут еще и зима. Да, в этом году холод прям лютый. Еще раз спасибо. До свидания. Не за что. До свидания. Как у вас дела-то сегодня? Да ничего, думаем, еще над чем поработать. А может, ну эту работу? Пойдем погуляем? Ого, тебя как будто подменили. Ты такой веселый-то. Правильное питание, витаминки. И я наконец-то выспался. Ну так что, пойдем погуляем? Ну а что, я не против весело провести время. Зима же, хорошее настроение так и хлещет. Ну го, че, ну, погнали тогда. Ну что, я думаю, в парк сходим тогда, погуляем. Ага. Ребят, я вас догоню. Так. Так где Женя? Блин, как клево, что мы все-таки выбрались вместе погулять на природу. Да, очень здорово. Да, вообще супер. Слушай, Алиса, а у тебя какие планы на вечер? Да, вот пока не знаю. Да, чистый морозный воздух и правда мне на пользу. Ну, в общем, вот так. Димон, догоняй! Да, да, иду сейчас. Я, кстати, знаю одно неплохое местечко в городе, где можно посидеть. Ну что, ты идешь? Дима! Чувак, что с тобой? Он весь ледяной. Пульс есть. О нет, неужели это оно? Дима, очнись! Он не реагирует. Он не реагирует. Успокойся. Останься с ним. Я сбегу за помощью. Хорошо, только скорее, мне страшно. Я постараюсь. Димочка, очнись, не умирай. На помощь, моему другу плохо. Thank you.
за вас, Дмитрий. Константин Николаевский, психолог. Стойте, куда вы сейчас занят? Срочное дело! Виноваты. Молодой человек, кто вы и в чем я виноват? Это вы прописали ему эти таблетки. Какие таблетки и кому? Вы о чем вообще? Вот. А, так это антипсихотики. Я их недавно выписывал одному своему пациенту. Ага. Кажется, у него было расстройство со сном. А теперь он в больнице. Он в коме. Все как по телевизору. О боже, он заболел этой новой болезнью? Не знаю. Видимо. Зачем он приходил к вам? Он сказал мне, что его мучают ночные кошмары. И я выписал ему этот препарат. Но он никак не влияет на жизнедеятельность. Максимум что? Это повышает сонливость. Простите меня, доктор. Просто вы единственная моя зацепка, поэтому я пришел к вам. Да ничего. А вы, видимо, его коллега, да? Работаете вместе, наверное. Да, меня зовут Иван. Извините еще раз, доктор, я пойду. Говорил я ему, перестаньте вести этот репортаж. Ни к чему хорошему это не приведет. И вам я того же желаю. В последнее время и так слишком много пациентов с расстройствами. Спасибо, доктор. До свидания. Берегите себя. Кто Весь
вижу, ты пришел в себе. Что же? Не бойся, твои страдания скоро кончатся. Россия! Это ты! Я прекрасно понимаю твое удивление, но тебя и твоего настырного дружка не раз предупреждали прекратить это расследование. Что ты с ним и с Алисой сделал? Для чего тебе это нужно? Тише, мой маленький друг. Если не хочешь, чтобы папочка наказал тебя. Ты больной! Слышь, ты! Я всего лишь жертва. Жертва ваших грехов. Каких грехов? Мы тебе ничего не сделали! Нет, конечно же нет. Но вам не нужно было совать нос туда, куда не надо. Когда я был совсем еще ребенком, мой отец частенько выпивал, а после любил воспитывать меня. Вот только воспитание у него было, мягко говоря, своеобразно. Видите ли, я виноват, что мамаша свихнулась. И вот в один прекрасный зимний день он вновь решил повоспитывать меня, а мне удалось сбежать из дома. Я долго бежал по лесу, пока силы окончательно не покинули меня. И я пал в голодном обмороке. Так закончилась одна жизнь, и началась другая. С тех пор моя душа не знает покоя, и я решил свести счеты со всеми, чьи судьбы были похожи с моей. Дабы спасти несчастных деток от тирании их отцов. Все эти жертвы — это новая страшная болезнь. Это твоих рук дело. Но как? Я непременно расскажу тебе, как. И даже покажу. Ха-ха!